Добро пожаловать или одиноким вход запрещен. В Самаре снова проводится кастинг на конкурс «Невеста года», пятый по счету. Некоторые участницы первого состязания уже успели родить детей, развестись и снова выйти замуж. Круговорот невест в Самаре остановить нельзя, равно как и их соревновательный дух. Конечно, мы будем делать в фольклорном стиле все, насколько это возможно, насколько реально. Для участия в конкурсе многого не надо. Красота, капелька авантюризма в душе и обручальное колечко на пальце. И главное, не ревнивый жених, чтобы пустил на подиум поулыбаться незнакомым мужчинам и женщинам. Нужно просто улыбаться, нужно просто, чтобы горели глаза, чтобы она была открыта. Главный приз конкурса – свадьба под ключ. Ключ к сердцу любой невесты. Мечта формата – все включено. Розовые лимузины, воздушные шары, белые кони и пышные платья. Мнение жениха в этом случае в расчет не берется. Я планирую в этом году быть невестой. Надо только сообщить моему молодому человеку об этом. Ну ладно. Нет, я же мудрая женщина, я сделала так, чтобы она одобрила. А вот это правильно. Ты его неделю кормить не будешь. Этим конкурсом девушки намерены проверить свои отношения, когда молодые месяцами готовятся не к собственной свадьбе, а к конкурсу невест. Одно из условий на конкурсе – то, что вы с своим женихом будете первый свадебный вальс исполнять. Он готов к этому вообще? Готов, мы уже даже немножко порепетировали. А уже порепетировали? По-чайковскому. Впрочем, настоящие страсти еще впереди. К финалу конкурса организаторы обещают, цитата, «поработать с невестами». Дойдут ли все они до ЗАГСа после месяца такой подготовки? Вопрос риторический.